Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба, но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Ну вы представьте только на минуту. Перед кем бы министр обороны стоял и докладывал, мы бы уже на этой площади не были хозяевами. Нас поломали, покрошили и выплюнули бы. Вы же мне не верили, когда я говорил. Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Беспорядки, ядро, зачинщики, не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали. Их же никто не гнобил. И их никто не выгонял из Беларуси. Они сами меня просили, чтобы я их спас и вывез некоторые. Некоторые сделали круг через Россию и Украину. И там осели. Подтягивают натовские войска. Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения. Но коронавирус их немножечко притормозил, а сейчас, когда ситуация с их точки зрения у нас неспокойная внутри, они перешли к активным действиям. Все войска развернуты, мы это видим и понимаем, подтянуты в F-16 в 15-20 минутах подлета здесь, поэтому я вынужден был отдать приказ о приведении армии в полную боевую готовность.